Видеодневник, день 24. Итак, ребятушки, если вы смотрите мой канал и подписаны на него давно, то хочу с вами поделиться некоторой информацией. Так, смотрите, у меня на канале 11 тысяч подписчиков и уже 3000 видео. 3000, представляете, это даже если в день выпускать по одному видео, вот одно видео в день, это где-то 8 лет. То есть вот столько сил и энергии я вкладываю вот в производство этого качественного контента, а его, оказывается, воруют. Вот, поэтому тема сегодняшнего нашего разговора – это авторские права. Да, и что такое понятие интеллектуальная собственность. То есть, если вы создаете, да, там кирпичи или печете хлеб, то все понимают, что вот, чтобы взять у вас этот хлеб, его надо купить, заплатить вам какую-то денежку. Но то же самое касается и вот, допустим, вы композитор, да, вы написали какую-то мелодию, вот как ее оценить? За сколько она стоит? 1 гривну или там $100? Вот то же самое и мой видеоконтент. Я в него душу вкладываю, чтобы вы все это видели. А какие-то люди совершенно бессовестно им пользуются. Вот смотрите, я перехожу у себя на канал в авторские права и посмотрите, вот такое замечательное видео, как поменять лампочку в холодильнике, находится на канале Умелые ручки. Давайте перейдем на этот канал, посмотрим. Вот на канале чувачок, что тут, он как сантехникой, ремонт ванной комнаты, да, сантехники, ремонт амортизаторов стиральной машины какой-то. И в то же время он перезалил мой видосик, как поменять лампочку в холодильнике. Причем он... Ребят, у меня случилось горе, значит, открываю я холодильник. Видим, да, как сначала залил мой видос до самого конца, где я подробно рассказываю, как эту лампочку поменять. В общем, все эти детали. То есть он это видео не то, что там свое что-то говорил и вставил мое, добавил. Нет, он полностью его передрал. Кстати, посмотрите, что в холодильнике. Вот это все в стрёме тут лежит у меня. Вот это консерва. Ну вот что с этим человеком делать? Вот. И посмотрите еще. Ну и так, вот как поменять лампочку в холодильнике. У меня оно набрало на канале, знаете, сколько уже просмотров. Так, давайте посмотрим. А, это на очень умелые ручки я перешел. Так, давайте. Сейчас я вот свой открою. Так, давайте я на паузу поставлю. Сколько? 18 тысяч просмотров за 2 года. Комментариев. Вот, братан, респект. Вы спасли нас от голода. Спасибо вам, мой индезит потух. Ну, то есть, людям оно реально приносит пользу. Соответственно, это мотивирует меня вот снимать аналогичные видео, как высунуть пробку из раковины и все так далее. Вот такие, я не побоюсь этого слова, воры воруют мой канал. Теперь смотрите. Релакс, медиация Алина. Украл у меня видео, как заработать в Инстаграм. Кстати, переходите это видео, если у вас есть Инстаграм, почему бы на нем не зарабатывать. Смотрите, на канале 900 подписчиков, пока 1000, почти 1000, да, то есть человек, как бы, скорее всего, опытный. Вот у него 254 видео на канале, то есть он этим занимается. Зачем он ворует эти видео, я не понимаю. Причем, гляньте, смотрите, я ценю Кляшко, что-то из фильмов. И вот мой монетизация Инстаграм, мой видосик, замечательный. Но это ж вообще не дело. Кстати, это уголовно преследуемое наказание. А у меня, смотрите, это видео на канале, там, наверное, 1300 у него просмотров. Так, давайте. 59 тысяч просмотров. Комментариев тоже полно. Ну вот, что, как бороться с этим, я не понимаю. Ладно, вот такой вот сегодня видеодневничок. Просмотрели, как я ною тут. Надеюсь, вы поныли вместе со мной. Но не переживайте, все будет хорошо. На этом все.
Всем пока. Подписывайтесь на мой канал, но не копируйте ничего отсюда. Всем пока. Всех люблю, всех целую.